здесь есть какие-то цепочки на голове. Я хочу проходить сюда. Ложитесь на спину, головой под головой. Вячеслава Блинцова беспокоит головные боли. Специалисты направили пациента на исследование головного мозга в Щелковскую областную больницу. В ходе капитального ремонта корпуса на улице Краснознаменская несколько помещений были переоборудованы под кабинет компьютерной томографии. На днях здесь установили и запустили в работу современный аппарат для КТ. Сканирование головного мозга занимает считанные минуты. Сначала мы выполняем две рентгенограммы в прямой и боковой проекции для того, чтобы определиться с зоной сканирования. Если пациент экстренный, то заключение выдается сразу же, а если пациент плановый, то исследование будет у направляющего врача на следующий день. Врачи не нашли у Вячеслава каких-либо патологий. Результатом исследования пациент остался доволен. Конечно, удобно. Не надо никуда мотаться. В своей больнице ей есть там удобно. Люди будут довольны. В Щелковской больнице есть действующий томограф, но он уступает по характеристикам, делает всего 64 рентгеновских среза, новый – 120 по числу установленных в нем датчиков, делающих мелкие снимки. После компьютерного сложения аппарат выдает трехмерную проекцию внутренних органов и скелета человека, причем высокого разрешения. Это важно для постановки диагноза, но не является единственным преимуществом нового оборудования. Это стол, который может принять пациента с большим весом, до 205 килограммов. Это очень значимо для нас, потому что не все томографы оснащены такими мощными столами. Новое оборудование, закупленное по программе губернатора здравоохранения, позволяет рентгенологам проводить исследования всех органов и систем человека, выявлять патологии брюшной полости, мочеполовой системе и органах малого таза. В томограф заложены программы исследования сосудов шеи, конечностей, а также алгоритмы для диагностики кардиосистемы. В сутки специалисты смогут выполнять до 70 исследований. Самая главная возможность, которую нам дает, это обеспечение населения очень востребованным исследованием компьютерной томографии. Потому что один томограф, который работает у нас в районе, он работает в круглосуточном режиме, делает до 100, бывало, до 100 исследований в день, это в период весенней пандемии. Он, конечно, не справляется с потребностью, потому что никто не отменял другие заболевания, онкологии никто не отменял. С новым КТ врачи теперь могут отслеживать динамику течения болезни и вовремя корректировать лечение онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. В период пандемии томограф у медиков особенно востребован. Исследования проводятся по направлению врачам. Михаил Налетов, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.